18 ноября 2015 года. В Москве идет снег. Ровно 6 лет назад, в ноябре 2009 года, альтернативная студия «Стиходелика» начала снимать видеосериал «Иван Иванович Кулебякин и Гослото». Документальное подтверждение выдающихся способностей суперигрока Гослото, в частности топ-3. Сегодня, в честь этого дня, будет интервью с суперигроком Иваном Ивановичем Кулебякиным. Он отметил этот день выдающимся достижением в лотерее топ-3. Сыграл 5 билетами и выиграл в каждом случае. В общей сложности выиграв за один день 16 250 рублей. И идет снег, как и обещал Иван Иванович. Фактически почти метель. Первая метель начинается в Москве 18 ноября 2015 года. Москва, Красная площадь. Иван Иванович Кулебякин и Гослото. 19 ноября 2015 года. Небо пасмурное, снега нет, но вчера был снегопад в честь того, что суперигрок отметил 6 лет видеосъемок документального сериала «Иван Кулебякин и Гослото» триумфальным выигрышем в топ-3. И сейчас Иван Иванович продемонстрирует доказательства своей победы, посвященной 6-летию фильма «Иван Иванович Кулебякин и Гослото». Итак, Иван Иванович, покажите результаты ваших побед за один день. За один день после триумфального выигрыша я в один день, 17 ноября, выиграл 5 раз. Сыграв 5 раз, поставив 5 комбинаций рассчитанных, и вот он итог. Вот он итог получения выигрыша. Самый крупный выигрыш — это 8-7-9-7-0 за комбинацию. Точно в яблочко, а можно было выиграть 15 тысяч. Здесь меня обманули, перевернули комбинацию 9-5-7. Здесь также место 808, которое должно было именно упасть так, они дали 088. А здесь то же самое. Место 276 дали 726. Ну и вновь опять перевернули 776, перевернули, дали 677. В итоге 2,5. Итак, 5 игр, 5 удач. И это не реклама Гослото, это радость на сердце, что можно рассчитать, можно сыграть и выиграть, потому что интуиция не подводит, мышление работает, и вот он, итог. Но я вам хочу дать совет, друзья мои, играйте скромно и выигрывайте. Не гонитесь за деньгами, от них проку все равно нету, поэтому советую играть и выигрывать, и желаю вам в этом удачи. Ну, а насчет погоды два слова. Снег еще будет до 1 декабря, и тот, который выпал вчера, 18 ноября, все равно до 1 декабря он не растает. Зима придет вовремя, 1 декабря. Здоровья вам, мира, добра. И ждите зиму,
она на носу, она уже пришла в Москву. И снег не растает. Нет, не растает. Здоровья вам, мира, добра, удачи, побед. И главное, главное здоровье. И бросайте пить, курить, дарите женщинам цветы с выигрышем. Летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему?